На Камчатке отменены обязательные электронные пропуска для прибывающих на полуостров. Это стало возможным в связи с нормализацией обстановки с коронавирусной инфекцией. Но тест-лаборатория на базе передвижного ФАПа в аэропорту продолжает работать. Провериться на COVID-19 в ней могут все желающие на добровольной основе. Когда обстановка окончательно нормализируется, ФАП вернется обратно в Мильковскую районную больницу. Также с 1 сентября в режиме моногоспиталя по приему коронавирусных больных в Петропавловске работает только городская больница номер 2. Все остальные стационарные медицинские учреждения края перешли в штатный режим работы. При этом они находятся в готовности и в случае второй волны будут оперативно возвращены в режим ковидных госпиталей.